Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Uchrashuv yakunlandi va biz matbuot anjumanini boshlaymiz. Huzuringizda Mash'al jamoasi bosh murabbiyi Aleksandr Xemyakov. Пожалуйста, ваше резюме по сегодняшнему матчу. Достаточно драматично сложился у нас вояж в Ташкент. Два матча, 7 пропущенных голов, 1 забитых. Ну, а если по сегодняшнему матчу, то вы сами все видели, по большому счету, как в песне Высоцкого «Парус, порвали парус». Конечно, понятно, что было. С первых минут видно было, что мы выглядим не свежи. Против такой команды что можно противопоставить? Только агрессию и самоотдачу у нас, к сожалению, как говорится, не было. И ни того, и ни другого. Много сил затратили на матч с Пахтакором. Ну и воля-воля, а когда сил нет, тут уже ничего не сделаешь. Классом мы, к сожалению, продолжаем уступать представителям школы Гунеткора. А на морально-волевых их у нас сегодня не было. Поэтому такой печальный результат. Ну, по большому счету, я думаю, сейчас эта пауза, которая будет 13 дней, даст нам возможность прийти в себя, оценить наши возможности, где-то исправить ошибки. Да, 7 матчей еще. Ну, мы на данный момент, ну, мы оказались просто сегодня недееспособны. Еще раз говорю, наша команда строит игру на силовом футболе, который больше мешает сопернику играть, и чем сама играет команда. Ну, у нас просто не было сил. Все видно было, что соперник в каждом движении он резче, быстрее. Мы были, ну, как будто гири у всей команды. Хотя и пытались сделать определенную ротацию, но мы и в классе выступаем, Гунеткору. А я повторюсь, сил у нас просто сегодня не хватило. Мы в каждый матч выходим биться, тогда у нас есть шанс. Если мы на классе играем, мы как акула, которая все время в океане движется. Стоит нам остановиться, начать футбол играть, мы из себя не будем ничего представлять. Поэтому у нас достаточно такой атлетичный футбол, силовой, но у нас сегодня сил у ребят просто не хватило. Пауза, да, даст нас, нам возможность прийти в себя, подтянуть кондиции. Думаю, оправимся мы от этого. Да нет, я не думаю, у меня достаточно профессиональные футболисты понимали, какой матч нас ждет. Мы также хотели, знали, что будет трансляция по телевидению, и поэтому хотели себя показать. Я еще раз говорю, воля-волей, когда сил не в проворот, а у нас их просто сегодня не было. Да и подготовки особой не было. Ну, через 4 дня мы просто мы пытались восстановить команду, как это возможно. Но, к сожалению, нам это не удалось. Понятно. Хурматли хамкасблар, сизнинг номингиздан Mash'al jamoasiga keyingi uchrashuvlarda muvaffaqiyat bo'lishini tilaymiz. Вам большое спасибо, удачи в следующих матчах. Спасибо вам также, удачи.